Нравится в Николь? Она обожает играть с нашим сыном. Что мне нравится в Чарли? Он прекрасный отец, его не раздражает даже вставать по ночам. Она знает, когда надавить, а когда лучше отстать. Если он что-то решил, ему никто не помешает. Пап, мы далеко! Знаю, она забывает закрывать шкафчики. Он знатный чистюля. Она смелая. Он талантлив, он очень упрямый. Я объясню Чарли, что происходит, после чего ты отдаешь ему конверт. Я могу занервничать. А повестку можно забрать? В смысле, дать задний ход? Фильм «No Baumbach». Мы с Чарли разводимся, мам. Ты больше не можешь с ним дружить. Бабуля! Чарличка! Мам? Мам! Мам! Что? Этой осенью. Большинство адвокатов интересуют только деньги. Я вижу в клиентах людей. Что ж, отлично. Вы так похожи на меня во втором браке. Главное для нас в суде рассказать вашу историю. Ты покрасилась? Нет, это мой цвет. Не нравится? Значит, подстриглась? Я люблю подлиннее, но... Как у вас дела? Иногда финал... Я поняла, что жила не для себя, только подпитывала его жизнь. Это лишь начало истории. Я что же, больше ему не отец? Он должен знать, что я за него боролся! Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дёрн, Алан Алда и Рэй Лиотта. Мы не просто больше не любим друг друга. В итоге разобраться с этим можете только вы. Вместе. Брачная история. Если наше предложение адекватно, их предложение безумно, значит компромисс будет лежать где-то между адекватностью и безумием. Смотрите с 6 ноября в кино и с 6 декабря на Netflix.